Добрый день, доброго дня. Ассаляму алейкум, рахматуллах. Макрина почистили, погладили. Уходим на прогулку, ребят. Стоять. Макос. Стоять. Сегодня Маквину исполнилось 9 лет. Сегодня у него день рождения. Хотел ему сделать грандиозный праздник, но так как я немножко прихворал, отменил на другой день. Другой день сделаем мы праздник. Как раз в гостях будут Иза, Лейла. Там и Золотой будет. Я думаю, там и это Тайсон, радиатор будет. Вороной кот. Он всегда с нами. Вот. Желаю Маквину крепкого здоровья, долгих лет жизни. Чтоб не Маквин меня радовал, а чтобы я его радовал. Он меня и так радует. Я доволен им вообще, он красавчик у меня. Да, Макошка? Всем спасибо. Всем желаю тоже крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, любви. И все, что... И все. Нифига себе, это что такое, ребят, подождите. Чего? Еще один черный кот. Ребят, один черный кот. Второй черный кот. Так, это новость для меня. Тайсон. Так, мой какой, интересно. Вон мой кот. Макю, на твой день рождения еще один черный кот нарисовался. Че себе. Я аж выздоровел от радости. Маквин, я же тебя чистил, эй! Охренеть! 5 минут не прошло, как почистил, выпустил в сад. Теперь он как Шрек зеленый стал. Ой, молодец! Эй, 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 хорош копать там! Давай! Эй, 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 вот эти эйсоновские движения начались у него. Иди сюда.